Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить легенды Гримрока. В предыдущей серии мы довольно неплохо прокачали наших персонажей. Теперь маг у нас знает магию. У Сигала у нас топорик появился, который мы ему сейчас скажем, чтобы он вот так вот получше использовал. Ну, кроме того, пусть с броней получше обращается. Хорошо. Так, тебе пока что у него одно очко свободное. Его, я думаю, нам нужно потратить. Я даже не знаю на что, поэтому пока не будем тратить. И у этого 4 очка свободных. Я тоже особо не знаю. Я думаю, мы их потратим на луки. Блин, еще один идет. То есть для вас это первый на сегодня, но я дрался только что с таким же в предыдущей серии. Гори, гори, мазь. Блин, ну враги теперь просто, как видите, рассыпаются. Гораздо проще стало после того, как я освоил управление, и не такие уж и замысловатые правила данной игры. Сразу как-то все стало получаться. Мы продвигаемся дальше, вглубь территории. С нами снова во сне связался непонятный человек, человек ли вообще, который сказал, что может помочь нам выбраться из этого подземелья. Он знает выход, но сам выбраться не может. Мол, мы должны помочь друг другу. Поэтому мы идем вниз, спускаемся вниз по этой горе. Мы внутри горы находимся, если кто не знал. Так, вот мы открыли. Тут мы еще не были особо. Тут у нас какой-то беспокойный ходит рыцарь за стеной. Это меня не радует. С другой стороны, где-то вон там слышно дофига этих грибов. Они, конечно, уже слабее стали для меня, потому что я нехило так прокачался. Но судя по звукам, если вы слышите, их там дофига просто. Поэтому это может быть... Там летающая тварь у нас. Давай, иди сюда ко мне. Там еще идет, по-моему, да? Так, кусок гриба у нас. Тихо. Нет, не показал, что он прям тут. А где тут гриб еще один ходит? Так, ключ, отлично. Брюска, бери ключ. И бери факел, пусть у тебя лежит. Что-то где-то позади открылось. Сейчас оттуда попрут грибы. Давайте сходим, а потом... Ой, так. Один маленький, я его уже вижу. Давай, иди сюда. Так, давай, хорош. Сейчас маленький. Маленький, кстати, несмотря на то, что они маленькие, они сносят, пожалуй, даже побольше жизней. Поэтому с ними тоже нужно быть осторожно. Так. Бляха-муха. Вот как раз про то, что я говорил. Так. Да что ж ты, мать-то твою. Ну, наконец-то. Несмотря на то, что он маленький, посмотрите, он сколько жизни сносит. Маленький, как говорится, да удаленький. Поэтому давайте-ка поспим. Что-то, блин, они разбирают.
Вот именно маленькие грибки. Большие-то ввиду своей неповоротливости уже не так уже доставляют. Я, главное, у меня Ван Дам, ледяной маг, но при этом я бы не сказал, что тут против кого-то лед хорошо действует. Возможно, в будущем там будут какие-то другие враги. Так, ладно. Это что было? Что-то натурально, до мурашек. Это что было такое? Не, офигенная игра. Так, это у тебя, ты у нас собираешь такое, ты у нас любишь. Что это такое было? Это какое-то землетрясение, что ли? Ну давай что-нибудь уже. Так, хорошо. Не такой уж он и страшный, да? Так. Откуда вы тут вышли-то, ребятки? Вот отсюда. Что у вас тут есть? Новый шлем, хорошо. Так, у тебя шлем. Защита плюс 4. Уклонение минус 5. Защита плюс 6. Хорошо. А тебе мы наденем... Подожди. У тебя же тоже, по-моему, хороший. У тебя даже лучший щит. Ой, шлем, да-да-да. Так, ну тогда мы вот этот вот наденем тебе. А то ты у нас в крестьянской шапочке ходишь. Крестьянскую шапочку отдадим Ван Дамму. Ему пофигу, потому что с его-то внешностью пусть ходит. Какие проблемы? Так, череп. Зачем нам может понадобиться череп? Давайте магу отдадим, мало ли что. Так, и трусселя новые. Защита плюс 3. Давайте ее отдадим ему. Так, надевай. Жаба. Сталлоне жаба. Так, это еще один тебе. У тебя их уже 3 штуки. Так, shift. А, ну понятно, все, понятно. Блин, похоже, скоро придется выкидывать половину вещей, потому что продавать их некому. Это, похоже, просто то, что нужно, используешь, от остального избавляешься. Насколько я понимаю. Так, на стенах вроде я ничего не увидел. Да. А здесь у нас не было никакого... Ну-ка. Нет, ничего не происходит. Ну попробовать стоило, верно? Подожди. А, все, я сориентировался. Нам вперед, он туда нужен, там мы еще не были. У нас летучая, по-моему, или она уже умерла? Точно не скажу, но, по-моему, мы ее уже убили. Не убили? Не помню. Встретиться, убьем, короче говоря. Какие проблемы? Так, грибок. Куда мне столько этого всего? Ну, дают, бери. Что-то там открылось. Сокровища. Сокровища мы отдадим тебе. Ты же у нас рога, ты у нас любишь всякие блестяшки. Ты же вора все-таки. Что он дает нам? Хрен знает. Написано, что найти его — это определенное везение. Ну, я, конечно, согласен, но я смысла не вижу пока что. Так, ключ-то у нас есть у Брюски, по-моему, да?
Да, вот у него ключ. Блин, рассеянный я, рассеянный. Ну, как обычно, это вот серия, они идут вне графика уже, поэтому совсем уже выдохшись. Так, защита плюс 2. Сопротивление яду плюс 5. Это явно лучше твоих тапочек, да? Тут защита плюс 1 и скорость плюс 1. Это мы наденем тебе. Так, а это мы отдадим тебе. Пусть на копыте свои напяливает. И под цвет заодно будет красавчик у нас. Вот так вот. Так, а это у нас защита плюс 1. Ты у нас вообще босиком. Давай-ка мы тебе это отдадим. Подожди. Кстати говоря, сейчас надо будет на эту сумку посмотреть. Ну ладно, сейчас, секунду. Так, сумка. Вот так, по-моему, можно ее оставить. То есть лишние слоты. Лишним явно не будет. И очередные коренья, которые у тебя хранятся. Так, ну что. Сохраниться опять же надо. Лишним не будет. Причем сохранение очень быстрое, поэтому почему бы нет. Тихо. Я слышу какой-то шепот. Жутковато, надо отметить. Так, здесь у нас есть рычаг. Больше тут ничего нету, я так понимаю. Да хватит стонать там. Угу. Понятно. Что-то не особо, да? Вот это пока что самое действенное. Готов. Так, что с тебя можно взять? Все то же самое. Вообще интересный вес как-то влияет. Так. Да, кстати говоря, надо будет выкинуть весь мусор. Типа, скажем, вот этого, вот этого. Нам все равно больше экипировать-то некому. Вот этого. И вот этого. Да этот ножик тоже, пожалуй. Все равно без надобности особой. Так, кинжал тебе. Блин, я не знаю. Пусть пока будет. Но вообще, конечно, не так, что это все и нужно. Так, и что нам дает этот рычаг? А, вот. Подожди-ка. Ты не закроешься больше? Да, я тут был. Ну что ж, очень полезно. Нам сейчас можно было бы вернуться к камню лечильному, что само по себе уже прекрасно, на мой взгляд. Ух ты, ёкарный папай! Четыре штуки, вы издеваетесь, что ли? Ну, давайте скажем. Ах, придурок, ну что ж ты привыкнут к этому, а? Я надеюсь, они ко мне сюда не попадают. Это будет печально. Так, я надеюсь, я с правильной стороны. Блин. Да что такое? Так, что-то я маленько запутался. Ага, понятно.
Так, нужно приманить сюда этих дегенератов. Дегенераты, иди сюда. Это единственное, что я могу с вами сделать. Как мне с такой толпой справляться иначе, я не знаю. Ох, блин, серьезные ребята. У меня со здоровьем-то не так, чтобы все хорошо. Надо бы, пожалуй, отступить. Да поспать. Как бы они меня не разбудили в итоге своими копьями. Так, хорошо. Сохраняемся. И сейчас будем операцию к операцию делать. Слабаки, идите сюда. И что, плевать на меня? Видимо, таки нет. Так, вы идете за мной, нет? Будете ломать меня? У меня такое ощущение, что они по вейпоинтам двигаются чисто, им вообще на меня плевать. Нет? Ну-ка, разубедите меня. Нет. Валим. Да блин, ну давай, ну. Слабачеллы. Так, я ради этого готов пожертвовать одним своим луком. Ой, каким луком, что я несу? Ну, вы поняли. До встречи на том свете, лузеры. Интересно, мне опыт за это дали, нет? Сомневаюсь, честно говоря, это было подло, по-моему. Но действенно. С четырьмя сразу драться, вы прикиньте, это же какой кошмар. Я надеюсь, они не вернутся больше. Пусть там внизу тусуют. Так, факел, все похоже. Тут есть какой-нибудь, куда можно воткнуть его? Нет? Ну ладно. Блин, как-то тут, смотри, вообще кромешная тьма. Полная тьма. Так, что-то у меня не так много этих факелов осталось. Один, собственно говоря. Так, надо на стены поглядеть. Нет никаких ништяков. Они мне очень сильно помогают, надо отметить. Не буду врать. Так, ладно. Что-то там нехорошие, какие-то звуки вон оттуда идут. Вообще, конечно, четкое позиционирование звука, это, на мой взгляд, прекрасно. В данной игре с этим проблем нет. Так, ну-ка, подожди. Притворюшка, что ли? Да нет. Вроде бы. Так, еще один наш. Я не хочу, честно говоря, пока нажимать на эту кнопку, потому что, возможно, случится что-то не очень хорошее. Так, у тебя точно ничего не, нельзя с тебя помародерить? Похоже, тоже ничего особенного. Туда, я не знаю, охота ли мне. Довольно запутанное подземелье на втором этаже уже, надо отметить. Но нахрена я это сделал, а? Да, блин, не та кнопка. Ой, я просто туплю. Просто. Куда пойдешь? Так, давай. Вандама новый уровень. Я даже не знаю, что тебе поднимать, дорогой.
Давай мы тебе еще вот сюда откачаем одну ледяную и одну огненную. Пусть помощнее бьют. А остальные пока оставим. Или вот так вот давай. Остальные пока оставим. Не так уж и страшно, короче говоря, когда их не 4 штуки подряд идут. Так, что у нас в этом сундуке? Ну-ка. Ага, это дополнительные предметы. Так, защита плюс 4. Это явно не тебе, Сталлоне. Извини, но ты у нас в аутсайдерах. Опять яд, это нужна магия земли 13 уровня, вы издеваетесь, что ли? И, наконец-то, поушен. Первый поушен в игре. Пусть он будет... Я даже не знаю, кому его поставить. Пусть пока просто лежит. У тебя тут пусть и лежит. Так, куртка. Защита плюс 2. У тебя защита плюс 3. А вот эту рубаху мы наденем на тебя. Ты у нас во всем крестьянском будешь. В крестьянской шляпке, в крестьянской рубахе. Лучше, чем с голым пузом сверкать, верно? Вот это интересно, куда девать. Зачем нам этот череп? Ну пусть будет, потому что прикольно же, да? Верно. Так. Все похоже. Остается только к тому черепу. А, еще сюда можно пойти, точно. Так, сохраняемся. Блин, что-то меня торкает эта игра, я не могу от нее оторваться. Сел сегодня записать 2 серии. Так, блин, охота еще. Угу. Только терпеливый может победить Даймон Гейс. Гейс, что такое у нас? Терпеливый. То есть поспать мне тут нужно, что ли? Ой, твою мать! Иди в жопу, а! Подляна с подляной. Что за день? И чего вы пугаете-то так? Пойдемте. Я сейчас вас отведу к вашим друзьям. Им там весело, тусуют компанией. Подожди, я запутался. Давай. Они вот именно своим резким таким шипением меня больше всего пугают. Так, подожди. Не надо нам этого. Факел, убирайся. Факел! Факел, убирайся. Скоты, бляха, муха. Я не смог. Ладно, сейчас обойдем. Сейчас обойдем. Давай. А, нет, 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 нет. Нет, я опять не то делаю. Блин, я фейлю. Я просто их очень боюсь. Очень боюсь. Давайте идите сюда. Нет, идите вот сюда. Вот так, молодцы. Так, теперь главное не зафейлить по второму разу. Давай, иди. Пока. Ой, идиоты. Уф, так, блин, что-то это было страшно. Я их боюсь до усрачки, поэтому тупить начинаю. Но это не прикольно, по-моему, по 4 штуки на меня сразу кидать. Я, конечно, не уверен, что мне за это опыт дают, но, блин, это очень весело, по-моему. Так, что в итоге у нас тут? Огненная бомба. Ну, это хорошо, я так думаю, да? Подожди. Ну-ка, ну-ка. Где она у тебя? Ее швырять, в смысле, можно или как? Я все правильно понял? Хотелось бы швырять. Давайте я сейчас сохранюсь, да попробую одну кинуть. Ой, тихо. Потому что не хотелось бы тратить.
Возможно, это очень редкая хорошая вещь, которая мне поможет. Да-да-да. Отлично. Это нам поможет. Будем использовать ее только как серьезные проблемы будут у нас, типа вот этих вот четырех сразу ходящих воинов. Вроде спокойно, да? Тихо. Вроде спокойно. Сравнительно, конечно же. Блин, тут спуск еще ниже. Так, это тебе. Это тебе. Понятно, это алхимия какая-то. Сигал у нас будет алхимиком. Ага, то есть вот эти все прибамбасы. Так, зелье лечения. Нам нужен один фласк. Не эстус, интересно. И один тар. Антияд, один фласк и один кейв нитл. Так, ну-ка. Вот у нас кейв нитл. Вот у нас тар бит. А фласк? А, ну вот фласк, понятно. Так, а как мне вас комбинировать, интересно? Не хотит. А, вот, смотри. Так, давайте-ка мы сделаем один антияд. Так, один. И вот так вот. Хорошо. Так, пусть у тебя лежит. И сделаем один. Вернее, да, я сделал лечение, а теперь мы сделаем один антияд. Вот так, отлично. Хорошо, понятно. Все понятно. Значит, нам нужно сосуды искать. Отлично. Ну что, давайте на этом прекратим эту серию. Там у нас уже спуск на следующий этаж. Туда нам нужно... Похоже, вот это вытащить, что ли? Да. Туда мы пойдем в следующей части. Могу сказать, что это круто. Это просто невероятно круто. Я совершенно не ожидал от этой игры. Ну, то есть я ее давно ждал, конечно, но не ожидал, что она будет настолько затягивающей. И не ожидал, что она будет настолько интересной зрителям. Так что спасибо вам за внимание. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.